Российский инвестиционный форум – традиционная площадка для презентации экономического потенциала России. Первый день форума принес в копилку Ульяновской области контракт на новое медицинское оборудование. Губернатор Сергей Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Philips». Совместный проект предполагает приобретение оборудования лучевой диагностики для нужд медицинских учреждений. У нас появилась возможность напрямую сотрудничать с компанией «Philips», которая высказала желание выступить концессионером по управлению, обновлению и управлению парком высокотехнологичного оборудования и оказанию высокотехнологичных услуг на территории региона. В целом стоимость новых устройств для больниц и поликлиник составляет порядка 7 миллиардов рублей. А соглашение с компанией позволит высвободить бюджетные средства на обновление парка оборудования. Ключевая задача не только привлечь инвестиции, но и обеспечить возможность медицинскому персоналу, докторам, медицинским сестрам использовать то самое современное оборудование и получать максимум возможностей, которые оно предоставляет. В течение первого дня был подписан еще ряд соглашений, в том числе с Республикой Крым и ПАО «КамАЗ». Об этом мы расскажем в следующих материалах. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.